Всем привет! Ты на канале «Карманный ураган». Меня зовут Дина, и мы продолжаем идти путь Сантьяго-Норте. Прямо сейчас мы вышли из городка Монданьеда и уже преодолели подъем больше, чем в 500 метров. Сейчас нам предстоит спуск, и далее двигаемся по маршруту. Ну что ж, друзья, мы идем все время вот такой вот дорогой горной. С одной стороны лес, склон горы, с другой стороны тоже лес, низина. Наверху там все время мы видим ветряные мельницы. Дорога то спускается вниз, то поднимается наверх. Нет никаких деревень, мы уже идем больше 6 километров, и ничего нет. И ближайшая деревня у нас будет через 11 километров только. Вот, поэтому такой непростой переход. Вот. Но деваться некуда. Хорошо, что у нас с собой в термосе чай. И, кстати, очень много пилигримов идут именно по этой дороге. А еще дует очень-очень сильный ветер, поэтому, видимо, здесь так много, вон они, вертушки, ветряные мельницы. Потому что ветер невероятный, нас прям сдувает буквально. В общем, мы совсем недавно поняли, что мы пошли не классическим камино, а камино комплементарио, который на 6 километров длиннее. Вот, поэтому мы пришли сейчас в горную какую-то деревеньку, Лузаду маленькую, и здесь какая-то бабуля нам сейчас сварила кофеек. У нас тут международная сходка. Германия, Бразилия, Польша, Россия, там вон португальцы. И испанская бабуля делает кофей. Мало того, что эта прекрасная бабуля одарила нас яблоками всех, экологик, натюрель, так еще она всю эту поляну накрывает за донейшн. Вон у нее баночка такая, говорит, кидайте туда монетки. Интернет можно отключать, да, потому что он дает много энергии. Энергии, видишь, батареи. Да, да. Спасибо. Но я будешь, ты будешь хотеть, то мне говори. Ага. Ну что, бабуля нас напоила чаем, кофе, налила в дорогу кипятка, дала яблок. И камина после этой деревушки пошел резко вниз, вот по такой дороге лесной, а тут вот я увидела такую построечку внушительную. Вот она. Ну, вряд ли она какая-то древняя, потому что это бетон. Непонятно, что это такое. Ну, вот такая штука стоит в лесу. Тем не менее. Мы уже так высоко поднялись в горы. Отсюда такой прекрасный вид. Открывается, но дорога, конечно, тяжелая сегодня.
Все время в горы, в гору, в гору. Думаешь, вот он, за поворотом будет спуск, а там очередной подъем. Мы поднялись уже очень-очень высоко. И я надеюсь, что сейчас будет спуск. Нам даже пришлось переодеться, вот, шорты, потому что очень жарко стало. Дошли мы наконец до Гантана, до этого, и зашли в пустой альберге. Вообще мест свободных 28. Выбираю любое, называется. Вот, а еще здесь вот такой есть крутой балкончик. Можно посидеть. В альберге есть кухня, есть плита, можно готовить, есть Wi-Fi. Стоит 6 евро в человека.